Дорогие харьковчане, накануне холодов враг цинично пытается оставить нас без света, без тепла, без воды. Хочет, чтобы не ходил транспорт, не работали магазины, аптеки, рынки. Российский агрессор целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре. Очередной раз испытывает нас на прочность. Пытается сломить нашу волю. Однозначно хочу сказать, это им не удастся. Город Харьков не сломить. Харьковчан не сломить. Харьков – город-герой. Харьковчане – настоящие герои. Мы делали и будем делать все возможное для того, чтобы в доме каждого харьковчанина было тепло и светло. Но мы должны быть готовыми к различным ситуациям, которые может создать наш враг. Что делать, если ваш дом в период холодов остался без света и тепла? В каждом районе города мы готовим так называемые пункты обогрева. Их будет много, и вы будете знать, где находится ближайший к вам такой пункт. На всех подъездах будут вывешены объявления с указанием ближайших адресов пунктов. В пунктах будет тепло и будет источник электропитания. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления энергоснабжения. Мы обеспечим в этих пунктах горячую пищу, воду, в случае необходимости медикаменты. Пункты будут работать круглосуточно. Магазины, аптеки, заправки, рынки будут работать на генераторах. Транспортные маршруты будут автобусными. Мы готовимся. Уверен, врагу нас не сломить. Взаимопомощь, поддержка друг друга, внимание, чуткость к ближнему – это наше оружие, против которого любые ракеты бессильны. Мы вместе, мы харьковчане, мы победим.